Живут же люди, да? А чё, ты хочешь 55-дюймовый телек? Нет. Я вот говорю, я что-то прошлую... Не видишь кого? Нет? Пока нет. Показал. Я говорю... Вон пиздюк. А, во, рядом со мной, сука. Он меня сейчас убьет, он уже приземлился. Нет, тут их двое. Ты в него или он? Завалил. Завалил одного. Он меня хотел в сковородку убить. А где второй? Он дальше полетел. Там, где ангары, где ангары. Бросил, что ли? А, ну тогда сам разбирайся, я пойду лутаться. Слушай, а это правило работает реально. Какое? Ну, если видишь, что кто-то рядом приземляется, беги быстрее к нему убивать. Я уже второй раз это делаю, и все верно, блин. Я вообще без оружия. Ни сковородки. Ну, типа не давать. Типа не давать ему, ну, залутаться, быстрее бежать, если что-то поднял, убивать и все. Нашел. Сейчас все найдешь, если ты говоришь, он туда улетел, то это далеко. Мне повезло, я восьмерку нашел. Он тут. Ну или это бот, хуй его знает. Кого-то, короче, убрал, а кого хуй. Хотя вряд ли бы он сюда прибежал оттуда, да? Братан, ты берил, нашел свой? Нет. Если что, я тебе пометку оставлю. Я оставил или нет? Я нажимаю, ничего не происходит. Ничего нету. А почему? А, я переназначил уже эту хуйню. Все понятно. Я эту кнопку отмечать переназначил на другую хрень. Короче, вот эти, где бочки, где я приземляюсь, самые большие, ты же знаешь. Да. Вот под ними, короче.
Понял. Ну, я думаю, ты найдешь сейчас там что-нибудь. Ну, я 416 нашел. 416 нашел? Ну, она со мной. У меня калаш. Ну, если встретимся. Ты с калаша лучше стреляешь, чем я. А я с 16 лучше, чем ты. Ну, нихуя, ты здесь был, что ли? Да? Я же с другой стороны. Ну, приземлился с другой. У тебя что из снайперских этих штук? СКС. А, тоже поменяемся тогда. У меня СЛР. Я берил, нашел. Ты там скинул 416, да? Конечно. Сейчас я подойду. Я бегу, 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 бегу. А это третий рюкзак у тебя есть? Нету, нету. Все второе. Тоже. О, здесь. Шлем вообще первый, блядь. СКС будешь менять? Да. Шестерка нужна. Очень даже. Где она? Вот здесь. А чё у меня СКС с восьмеркой? Тебе восьмерка нужна? Нужна, конечно. Ты сначала скидывай все вот эти приблуды, а потом уже оружие, а то у тебя все вместе скидывается. Я так, я так тоже парился, блядь, в первое время. Ну ты же недавно играешь, новичок, еще не привык. Пока у меня там практически ничего не было, там магазин съемный. Вот остается, короче, глушитель, магазин, этот прицел и подсчетчик. Все остается. Не, ну на СЛР-то не надо. А, ну, короче, надо скидывать в любом случае. Вот этих двух пиздяков я тут убрал. Бывает. ВВС, да, у него было. ВСС. ВСС. Тебе что, нужна, что ли? Нет. У тебя что, первый шлем? Да. Посмотрел, блядь, на себя. Добро пожаловать в клуб, у меня тоже первый член, блядь, шлем. Пойдем дальше.
Ладно, очки. Могу подогнать. Не-не-не-не. Я другого рода. Блять, везде один. Первый броник. Ой, шлем. Я сам не могу найти даже второй, но. Опять первый, прикинь, уже третий дом. Ты проклят, что ли? Почему я? А чё, я что? Я нет, у меня все нормально. Наверное, обоим не везет пока что. Оба два, да? Блять, тут такое строение интересно, какой-то козлятник, тоже нету ничего. Что, по тебе? Нет. Я его меня бот убил, по-моему. Да не, иди убей его, легко сейчас справишься. Я просто промазал. Так а где он? Я не вижу его даже. Там, на реке, на реке. Ой. Говно, блядь, я говорю, убей его. Так и чё, с другой стороны кто-то стреляет? Да, за камнями он там. Он сейчас выбежит оттуда, так как зона его сожрет. Только долбоёб, блядь. Я сейчас добегаю, блядь. Крутись, 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 а то подстрелят. Все, где-нибудь в траву уебись. Ага.
Заебали. На мосте, походу, на мосте. Мне кажется, под мосте. Ты видел его, да? Нет. Или предполагаешь? Ну, я посмотрел на мосте, что-то не увидел никого. Здесь, братан? Да, я здесь. Уйти, что ли? Нет. Ну просто так молчишь.
Так, это они на машине приехали. Здесь двое, по-моему. Внутри. По-моему, дальше. Не-не-не. Прям здесь кто-то перед. Ну, либо они перешли. Слышишь, что по? Слышишь? Да. Охуеть. Сейчас поднимусь. А, у меня... Блять, у меня звук на 20 стоял, поэтому я не слышу. 20%. Как я играл вообще, блять? Блять, зона пошла, сука. О! Йети! Ты живой? Ты эти не видел, пробегал? Я это уходил на рабочий стол и вообще никого не видел. Тем более эти. Ну он коричневый. Опа. Но это он не в тебя, да? Ну похоже. Так, а не нашел, что ли, раз. Что он нормальный, блядь, да, да ёбаный в рот. Чё-то викенди испортилось прям. О, тихо, шаги. Сверху. То ли послышалось, то ли чё, хуй его знает. Нет, это был. То ли сидит, притих. Ну так опасно выходить, конечно. Не знаешь, откуда, сука, будет. Он, скорее всего, в этом здании, вот слева. Да? Сидит. Да. Хуя, блядь, буран валь. Буран валяется, смотри. В снегу. Я вижу. Я так понял, один одиночка и два этих. Ну да, грубо говоря, три пиздюка, короче.
Но с этой стороны хотя бы уже точно никого не будет. Ты что, shift нажимаешь на автомате? Да. Психованный, что ли? Приближается. Да я знаю, знаю. У меня никогда туда рука не тянется почему-то. О, идет, идет. Нет, нет, правильно. Может за Бураном, может за Бураном? Нет. Я тебе говорю слева, вот здесь, да. За стенкой прям. По-моему, он тебя не понял, то есть не услышал. Бегает, блядь, как у себя дома, прям, сука, заебал. Так это враги были, да?